Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем вязать сумочку. Итак, я начинаю вязать крышечку, вернее, элементы для нее. Крышечка будет выполнена в стиле ирландское кружево. Для шнура гусенички я возьму вот такую пряжу. Это пряжа розе. Коттон 100%. Колор 39-40. Вязать я буду в два сложения, потому что все-таки это сумка, и она должна быть более крупная. Мы снимаем взяла и запутала сразу. Складываю вместе две эти ниточки и начинаю вязать шнур гусеничку. Для шнура гусенички я возьму крючок номер 2, делаю первую петлю и дальше вяжу 3 воздушные петли. Раз, два, три. Дальше набираю петли. Набираю петли и протягиваю через них нитку. И как всегда, когда я вяжу на камеру, у меня все быстро не получается. Теперь переворачиваю вязание по часовой стрелке и набираю петлю, беру петлю с боковой петельки. Провязываю одну и потом две вместе. И дальше все время поворачиваю. Повернула, вставляю в боковую петлю крючок, провязываю и две вместе. И все время кручу наше полотно по часовой стрелке. И вставляю крючок вот сюда в боковую петлю. Вязать нужно свободно, чтобы шнур был объемный и вязание было более красивым. Вставляю боковую петлю, провязываю две вместе. Поворачиваю, вставляю в боковую петлю, провязываю две вместе. Поворачиваю, вставляю в боковую петлю, провязываю две вместе. Поворачиваю, вставляю, провязываю две вместе. Ну и так далее, пока мы не провяжем шнур нужной нам длины.
В результате мы получим вот такой вот красивый шнур-гусеничка.